С наступлением тепла в активную фазу вошли работы по берегоукреплению реки Китой. Это первый шаг к реализации масштабного проекта по благоустройству набережной, которая соединит старую часть города с микрорайонами и кварталом. Сегодня строительство защитной дамбы ведется на двух площадках – за микрорайонами Кирова и Старица. Общая протяженность укрепленной границы берега Китоя составит 1200 метров. Ведутся подготовительные работы по берегоукреплению. Изготавливаются каркасы, заготавливается материал, скальный грунт, ПГС. Финансирование ведется из бюджета в трех уровней. Все работы по берегоукреплению должны завершиться осенью 2018 года. Это станет отправной точкой к возведению набережной. Планируется, что вдоль береговой линии будут обустроены пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки и зоны семейного отдыха. Стоимость проекта более 300 миллионов рублей.